Привет, дорогие друзья, с вами тут Импалт, а мы продолжаем играть в игру Трансформеры Битва за... Битва за Темную Искру, уже много тут я напутал. Это у нас продолжение. Это лифт, что ли, или чё? А, блин, нам штамп пройти надо. Я вот с вами здоровался и все пропустил. Блин. Отличненько. Дайте мне нормальную пушечку, пожалуйста. С этого бластера стрелять, убийца. Люблю то, что взрывает. Ну что? Ага, дверь вам тут сломать. Ну, пожалуйста, держите, парни. Погнали дальше. Оба-на. Здорово. Привет. Привет. Он как офигенно все вырубает. И всех. Даже напрягаться не надо. Ну чё, мужики? Бум. Джаз, уйди отсюда, скалолаза, и отправляйся за Мегатроном и Темной Искрой. Нет, я еще могу драться. Кого ты обманываешь, нужно спешить. Ладно, как-нибудь потом. Оба-на. Ты чё, офигел? Надо тебе. Оптимус, тебе придется найти консоль, с которой можно отключить щит на турели, иначе должно быть защитные решетки укрывают. А, пушки укрывают. А если я не справлюсь с пушкой, то будет жопа, да? Фигня. Отключу сейчас. Так, теперь тут меня пустите. А, во, бум. Не то. Мужик! Зараза! Пипец. Лучше бы я в него с пухи выстрелил. А он же тебя отпрыгивает обратно. Говнюк такой. Здорово, мужики. Да что ты тут делаешь-то, бум? Опа, 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 опа. 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 Давай, давай, взламывай побыстрее, пожалуйста. Мужик. Мужик ломанул. Красавчик. Последний патрон. Плохо. Плохо. Так, убил. Отлично. Так, можешь подождать? А, ладно. Да блин, откуда вы все фигачите-то? Мужики, а? Иди сюда. Тише, тише, откуда ты там? Бом-бом. Блин.
знак. Так, окей. Идем дальше. Вот сюда попасть. Сюда очень просто попасть. Просто элементарно. Так. Да что ты еще не пролетишь, ты, а? Тут пролетел, а тут еще не пролетел. Привет. Иди сюда, омлет. На-ка. Ты что там? Все. Ну все, можно и... Где же ты, Мегатрон? А, вот где. Оптимус, этой консоли ты заодно сможешь запереть за собой двери, чтобы не упустить к себе оборонительный отряд десептиконов. Превосходно, значит, я смогу без помех разобраться с Мегатроном. Именно, удачи, Оптимус. Спасибо, Персептор. До воссоединения. До воссоединения. Ну что, погнали. Нам сейчас жопу устроит, походу. Вау, вау, вау. Блин, а такой выстрел и промах. Чё, патрон нет? Блин, это не патроны. Патрон нет. Патроны дайте. Мужики, я без патрон не разберусь. Фак. А битва же там, да? Эх, я без патрон не воин. А, ну сейчас будет битва-то. На-ка. Тут патроны где-нибудь есть? А ребятишки. Вот тебя убью, мне дадут патроны. Вот это вот громилу сейчас, если завалю, то мне дадут патрончики. Но я на это рассчитываю. Ну, давай речи, Оптимус. Отличненько. Кто-то в меня шмалял, ты... Патроны вообще закончились. Спасибо, Оптимус, что выручил за мной должок. Класс, ты бы на моем месте поступил бы иначе, ладно? Обеспечь ему хорошо автобот конец связи. Ну что ж. Вот там вот Мегатрон. Это точно. Блин, сколько дверей, а? Ну, конечно, магазинчик. Магазинчик. Дай-ка мне что-нибудь путного выбрать. Тебя возьму. Измельчитель. О, какой офигенный измельчитель. Так, ну что ж, с богом. Вот и Мегатрон. В этом отсеке. С
темными. Какой-то темный фиг. С темным энергоном, во. Ух, ужас. Мегатрон, спускайся сюда и закончим этот балаган. Всему свое время. Прежде всего, я попрошу тебя помочь мне с одним экспериментом. Я проверяю все выходные сигналы, лорд Мегатрон. Восстаньте, восстаньте! Господи, слава лорду Мегатрону, слава лорду Мегатрону. Господи, он автоботов? Ты чё... Чё он с автоботами сделал? Иди сюда. О, офигевший-то, а. Вау. Мужик. На тебе, поебальник. Да начнется. Кто-то выстрелит, а кто-то пойдет. Что такой злой сегодня, а? Фиг, вау. Ах ты ж. Прижгло. Прижгло. Иди сюда. Да. На к тебе. Блин, а. Бах. Ах ты ж говнюк. Немного ли тебе подзарядки? Иди ты сюда. Чё, забаговал? У нас Мегатрончик забаговал. Мегатрончик, лохотрончик. На к тебе. Офигевший. Ну и последнюю штучку тебе. Я голыми руками вырву из твоей груди матрицу. Хочешь получить матрицу? Возьми! На. Лорд Мегатрон. Оптимус, прием, ты меня слышишь, Оптимус? Скажи прием, ответь мне. Алло, ау, Прайм. Я здесь, Джесс. Прикажи оставшимся войскам автоботов перегруппировать свои иконы. Теперь вся наша борьба и все надежды зависят от Ковчега. Темная искра больше не помешает нам покинуть Кибертрон. Хотя я боюсь, что она где-нибудь еще даст о себе знать. Сэр, мы подходим к нужным координатам. Приготовься к высадке. Так точно. Длинная цепочка невероятных событий привела ко мне в руки темную искру. Когда вселенная дарит тебе шанс, нельзя упускать возможность на нем нажиться. В этом я согласен с людьми. Я вижу, Шерш. Оптимус, прибыл этот подлый наемник. Локдаун, значит, траектория была верная. Можешь предположить, что он задумал? Он направляется к зданию, которое засекли наши радары. Бамбл...
Проведи разведку, но будь осторожен, нам надо понять его замысел. Пока нет, Шершень, но я им доверяю, когда понадобится, они придут к нам на помощь. Удачи. Снайперы, мы можем обойти их. Ладно, друзья, чё нам серии-то дофига делать? Давайте в этой серии я и продолжу эту главу проходить. Где снайпер-то? Невидимка, что ли? Да мне надо идти. Что-то тут нифига не врубаюсь. Я знаю. Я знаю, куда надо. Сейчас добежим и тут обойдем. Говняки, ну взорвали вы этот мостик. И что теперь? Я ж все равно до вас доберусь. Все. На. Ты снайпер. Тренировки пошли на удачу. Давай обратим их тактику против них самих. Возьми винтовку. На-ка. Чё ты невидимка-то, а? Помоги мне, Бамблби. Чем тебе помочь-то? На-ка, Фред. На-ка. Блин. Ну-ка еще. Еще. Ну чё, полетели? Нифига, какой четкий кадр. Блин, там кто? Вот та самая машина, которую многие мечтали. На тебе. Тебе хоть должно было прилететь, нау. Убил. Все. На-ка. Ну, открывай. Эх, мне как всегда надо туда валить теперь, да? Шикарно. Хоть на машинке покатаюсь. Где тут заезжать-то?
Хотя, вот так вот. И все. Так, отлично, я пришел. Вау, ты чё тут распушился? Понимаю, судя по масштабам обороны, твое задание еще важнее, чем мы полагали. Прорывались все дальше. О, снайперы теперь еще какие-то. Я беру обычную уху. Самую обыкновенную. Что тут еще? О. Тут у нас так, значит, да? На-ка. Блин, а. Беда. Ты куда? Он засранец. Сколько снайперов в одном месте я сейчас положил. Здорово. Где тут еще? Десептикончики. Ну, дрифт, давай резче. Что тут все орёт-то? А, во! Вот теперь вижу. Блин, может быть нам коробки открыть? А тут что-то не открывали мы коробки. Давай. Сетапрайт. Коробки с запчастями. Так, ладно. Здорово, здорово. Чё не сдох? А ты чё не сдох? Офигевший, а? Ты как ты не подыхаешь-то? Всё. Давай сейчас тебе. А, ой-ой-ой, я чуть не упал. Мужики. Тише-тише, мужики. Блин. Так, дай-ка я пока жезик возьму в магазине. Чё мы спрятались, а, дрифт? На-ка. Блин, куда идти-то? Ребятки. А, вот. Я понял. Или нифига не понял. Короче.
тупо замочу их всех. Вот чё тут? Ну, я встал сюда и... А тут всех замочить, наверное. Мужик, по тебе хоть кто ж парит-то? А, дрифт? Кто хоть и откуда? Всё. Куда идёшь-то? Да вот так, взял, треснул, и всё, чё-то там с ним. По несколько ударов-то. А, вон он куда. Опа. Чё тут не пролетает? Я же часа объеду. Ну всё. Тебе кранты. Эй, я думаю, я тебя собью. Отлично, с крыши прикрыть. Все, погнали. О. О. А, Дрифт, добро пожаловать. Пипец. Дрифта забрали. Погнали. Бамблби меня держит. Эй, не болтать, заткни его с удовольствием. Кто? Умри, скотина. Мощный был. Блин, а у меня этот открыт. Ну-ка, стой. Блин, ну как он может у меня быть не открыт, а? Коробку запчастей мне. Откройте мне. Задолбали, дайте мне этот лазер. Вот зараза. Я бы сейчас там этого чувачка на свою сторону перевел и все. Ладно, погнали. Недолго мне в тебя шмалять. А, говнюк. Неужели он сдох? А я сейчас мотаюсь. А, не получится, окей. Дурачок. Сдох. Бамблби, я не могу связаться... А, ладно, проехали, друзья.
Ну чё? Часть 11 разведка. Ну ладно, друзья, я думаю, на сегодня это достаточно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотрите мои еще другие видео, пожалуйста, не только про трансформеров, потому что я хочу, чтобы желательно вы смотрели все. Ну а что, вам что, только трансформеры, что ли, нравятся? Я думаю, что не только. Вы готовы к разнообразию, поэтому смотрите и другие мои прохождения игр. Ну что ж, всем удачи, всем пока.